Приветствую вас, дорогие мои. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь, ведь мои карты знают все. И мы сегодня, знаете, какую тему будем смотреть? А что будет с вами через год? Приготовила экзотический оракул, приготовила вторую колоду Таро и взяла золоченое Таро как за основу. Итак, давайте посмотрим, чтобы вы знали, срезонирует или не срезонирует, потому что расклад все-таки общий. Что сейчас между вами? Итак, что сейчас между вами? Что сейчас между вами? Смотрите, по тройке жезлов такое ощущение, что оба хотят эти отношения куда-то двинуть, да, что-то с ними сделать. Но оба как будто бы замерли, да. А у обоих партнеров кипят страсти, да, хотят, возможно, примирения. По этой карте может просматриваться, что тут люди либо не общаются, либо вот-вот-вот не общались, только перестали общаться, да, ожидают весточки друг от друга, вот прям как вот этот вот герой, да, стоят, смотрят на берегу, а не приплывет ли кораблик, не прилетит ли письмецо. Еще что у вас сейчас? По тузу мечей. Каждый жаждет своей собственной победы. И надо сказать, по этой карте туз это все-таки, по сути, начало, да, то есть начало конфликта какого-то, где каждый держится за свое эго, за свое я и желает оказаться победителем. Перетяг одеяла туда-сюда происходит. Ну да ладно, этого достаточно, я думаю, для того, чтобы срезонировало, либо не срезонировало, чтобы вы знали, а смотрите вам дальше или нет, это общий расклад. Итак, что же с вами будет через год? Что будет, вернее, с вашими отношениями через год? Как они будут выглядеть? Достаем и смотрим. Так, а тут у нас по шестерке кубков. Очень даже няшная такая карта, замечательная, когда люди в ладу, когда люди вспоминают все хорошее, когда люди рады тому, что у них было. Так, ну ладно, вспоминать-то ведь можно и будучи поврос, да, согласны? И вот тут по девятке жезлов я вам хочу сказать, смотрите, какое серое небо. Тут, понимаете, вот такая вот зависшая ситуация, как здесь, так и здесь будет продолжаться. Но! С одним но, что оба уже еще более значительно устанут и уже будут начинать задумываться о том, что а нужно ли продолжать эти отношения. Пусть то хорошее, что было, останется, этому будем радоваться, это будем вспоминать. То есть тут, знаете, какая-то будет приходить адекватность мышления, уже независимо от страстей. Ага, вышел у нас мужчина, король жезлов, который упорно будет эти отношения периодически поджаривать. Тут разговор о любви выпадает туз чаш, то есть каждый раз мужчина, либо выходя из отношений, либо провоцируя девушку на отношения, девушку, женщину, да, все равно возвращает их в любовную сферу, эти отношения. Вы знаете, вообще карты хорошие, то есть тут разговор о том, что несмотря на то, что вы оба тут друг от друга подустанете, вот от этой эмоциональной такой беготни, у вас много общего окажется, да, вы оба поймете, что у вас есть то, что объединяет. И это ценно, да, и это ценно, и это очень сильно похоже на любовь, на переход отношений на новый уровень. Хорошо, а случится ли переход отношений на новый уровень? Смотрите, все будет происходить по справедливости. Выпадает старший аркан справедливость. И если вы, дорогие мои, будете равноценно вкладываться в эти отношения, и мужчина, и женщина, то тогда да, тогда чаш туз-чаш проиграется вот даже на 100%. Но как у нас бывает, девчонки вкладываются больше, а мужчины начинают недооценивать ее, либо наоборот, мужчина вкладывается, а женщина его не ценит и не понимает. Так, очень стремительно начнется процесс перехода на новый уровень отношений. Основано все будет на страстях, на эмоциях.
Девочка тут у меня, которая меня смотрит, как здорово. Девочка тут у меня приобретает великую ценность и в своих глазах, и в глазах партнера. Девчонки, молодцы, я вами горжусь. Не зря вы смотрите мои расклады, не зря я вас учу тому. Ага, вы тут даже будете стоять на выборе вообще, а не подзакрыться ли мне, да, от этого мужчинки для того, чтобы он как-то побольше проявлял инициативы, да? А будет проявлять? Будет ли мужчина проявлять? Так, разруха неминуема. Но смотрите, карта башни, хотя аркан, и который говорит о развале отношений, о разрушении отношений. Дело в том, что у нас тут есть туз чаш, который говорит о любви взаимной и о начале. То есть, понимаете, башня – это когда разрушить все до основания и начать все сначала в другом абсолютно цвете, в другом, возможно, месте и в другом, возможно, варианте. Смотрите, а мужчина тут дочерикается у нас. Дочерикается, допрыгается, а девочка-то растет и духовно, и мудростью своей она будет понимать, насколько она хороша, и ей будет уже не страшно эти отношения разрушать. Смотрите, двойка чаш после разрушения идет. То есть это возрождение взаимной любви у партнеров. Угу. И карта влюбленная. Вот я заметила, у меня часто стали выпадать вот эти вот карты друг за другом прямо, да, двойка чаш и карта влюблённая. Это разговор о взаимной, чистой, большой и светлой, да. Давайте посмотрим, в каких энергиях будет преобладать мужчина. В каких энергиях, какие энергии мужчины будут преобладать через год. Ну, иллюзии. Тут человек по иллюзиям еще что-то будет принимать, пытаться принять решение, разобраться в себе. Вы знаете, девочки, у меня тут такое впечатление, что девчоночки у меня ушли, а мальчишечки и партнеры, которые просматриваю, отстают, да, не понимают, все строят какие-то воздушные замки, все какие-то завтраки, а когда же обед? Так, а вот все-таки и разговор о том, что созревает наш партнер до создания семьи. Смотрите, 10 пентаклей. Возможно, предложение кому-то будет. Угу. Да, и смотрите, этот расклад 6 кубков, и здесь 6 кубков. То есть у вас настолько, вы, по всей вероятности, уже так давно вместе, что ни тому, ни другому не захочется предавать то нежное, красивое, сладкое, что было между вами. Угу. Мужчина тоже будет подтягиваться за вами, стремительно расти и пытаться развивать эти отношения. Тут он сначала будет как-то, знаете, это пытаться увести их в сторону, но не потому, что он плохой, или вы плохо, или еще что-то, а потому что он просто не настолько, смотрите, гармония на дне колоды у мужчины будет. Просто мужчина не настолько глубок духовно по сравнению с вами. Вот о чем разговор. Вот о чем разговор. Хорошо, давайте, а вы вообще, что высшие силы думают по поводу того, что вам предстоит? Вообще расклад получился замечательный. Давайте на оракуле. Что высшие силы думают по поводу того, что вы, ваши отношения будут представлять через год? Что высшие силы скажут? Ага. Высшие силы повторяют а то, что я сказала ранее, карта волшебный пендель, да? Партнер у нас получит такой мощный стимул, мощный мотивационный такой пинок для того, чтобы развиваться и научиться ценить девочку, потому что девочка сама себя уже научится ценить. Правитель выпадает карта. Это с вами говорят высшие силы, которые помогут вам, девчонки, дать ему вот этот вот волшебный пендель и предоставить все возможности для того, чтобы развиваться. По карте тень, разговор о том, что он как тень тут будет за вами ходить, что за карта упала. И праздник, 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 праздник.
И вот вам карты говорят, начинайте уже копить праздник. Это же, конечно же, возможно, свадьба, да, сочетание, либо какой-то ваш семейный праздник. И карты вам уже говорят, начинайте на это копить. Ну что ж, друзья, на такой прекрасной ноте. Ага, смотрите, ангелы с вами. На дне колоды тут еще и ангелы. А помните, что на дне колоды этой было? Тоже тут была карта умеренность, там, где ангел держит чаши. На этой прекрасной ноте я хочу закончить, да будет так, пусть все исполнится, пусть мужчина повзрослеет, а вы ему объясните, в каком направлении надо двигаться, потому что вы в обратную, уже пройдена та точка невозврата, вы обратно в ту дурочку уже возвращаться не будете, не согласны.